Заканчивается эра безответственного использования природных ресурсов. Меняется климат, разрушается озоновый слой. Человек последовательно губит свою среду обитания. Сегодня развитые страны и крупные компании придерживаются тренда на снижение углеродного следа, переходят к экономике замкнутого цикла, выстраивают систему рециклинга, где все большая и большая доля отходов подвергается переработке с получением из них товарной продукции. Это заменяет захоронение, компостирование и даже сжигание для утилизации или получения энергии. Но в России проблема загрязнения окружающей среды отходами производства и потребления по-прежнему является одной из наиболее острых и требует системного и безотлагательного решения. Из 350 тысяч тонн промышленных отходов, по экспертным оценкам, в год в нашей стране перерабатывается порядка 1,5%. И это при том, что промышленные отходы лучше подвергаются рециклингу, чем бытовые. Они однороднее, в них больше потенциально полезного сырья, и их удобнее централизованно собирать и доставлять до мест переработки. Россия следует мировому тренду и выстраивает систему рециклинга в составе национального проекта «Экология». Федеральный проект по созданию инфраструктуры для обращения с промышленными отходами первого-второго класса предусматривает строительство важных элементов этой системы рециклинга – экотехнопарк. Здесь, после переработки, отходы вернутся в хозяйственный оборот чистыми металлами – стеклом, безопасными солями, удобрениями, материалами для рекультивации и дорожного строительства. Мировой опыт показывает, что рециклинг – это не только прибыль и экономическая выгода, это более безопасная для жизни окружающая среда, рабочие места, налоговое поступление, развитие инфраструктуры. Это природа, которую мы сохраним для будущих поколений.